Газовщики потребовали заплатить за обслуживание газового оборудования жителей многоквартирных домов, в которых газа никогда нет и не было. Вот жители дома номер 20 по улице Карла Маркса считают, что вы мошенники. И занимаетесь мошенничеством. Пусть приходит, всем все возвращается. Алло. Квитанция. А зачем вы вообще собираете деньги? С какой целью? Вы с людей собираете деньги. Чё ты с меня спрашиваешь? Ты чё, глупый что ли? Подробности этой истории, которая похожа на еще один способ отъема денег у населения, сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.